Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. Мои хорошие, вы уже все просмотрели видео-превью от меня и поняли, что что-то она нам сегодня покажет. А сегодня я вас хочу познакомить с товарами из Китая и рассказать вам всю правду, как на духу, о новом магазине, который называется New Chic, и о товарах, которые предоставил мне этот магазин на обзор. Итак, пожалуй, я начну вот с этой пары обуви. Вы все видели, как они смотрятся на ногах. Расскажу о размере, о цене, качестве и из чего сделана эта обувь. Заказывала я эти ботиночки на свой 40-й размер. Хочу сказать, что если бы заказала 41-й, было бы комфортней. То есть на размер, ну во всяком случае, я вам советую, если будете пользоваться этим магазином, нужно заказывать на размер больше. Возможно, это касается не всей обуви, но то, что вот я попробовала и заказала, вот эти ботиночки я, конечно же, заказала бы на размер больше. Но есть надежда на то, что все-таки это натуральная кожа, что они немножко растянутся, и, возможно, может быть, даже это к лучшему, потому что я знаю, натуральная кожа очень хорошо, ну, как бы расходится, и потом бывает даже так, что вот эта вот излишняя мягкость получается, что на размер больше. Но это мои предположения. Ботинки сделаны качественно. Внутри вот эта вот подкладка, это тоже кожа. И поскольку у меня проблемная нога и вообще... Кто со мной на канале, те знают, какую я обувь ношу, каких фирм. И сразу хочу сказать, что я в этих ботинках вообще не ощущаю дискомфортно. Ну вот просто вообще. Они легкие. Здесь очень интересно сделана подошва. Если посмотреть, вот видите как? Вот я вот так вот вам показываю. То есть вот, вот эта вот тракторная подошва заканчивается... То есть не до конца идет, не до носка. И на пятке наоборот. И то есть этот вот эффект, когда во время ходьбы идешь, я не знаю, как правильно это озвучить. Есть, короче, такие кроссовки, кто любит спорт и пешие прогулки, те знают, что кроссовки делятся на несколько классов. Там для бега, для прогулок. Так вот, я хочу сказать, что вот эти ботинки, наверное, созданы для комфортной ходьбы. То есть вот эта подошва, которая, вот видите, заканчивается не до конца на носке, дает эффект, как будто ты легкости какой-то. Ну вот во время ходьбы ты просто не идешь, а летаешь. А вот я не знаю, насколько это качественная кожа. Надеюсь на то, что она качественная, но то, что она мягкая и ноге очень комфортно, это я вам говорю как на духу. Ну и теперь о цене. Я заказывала эти ботинки для обзора на распродаже. Я уже не помню, сколько они стоили. Ссылки я оставлю все этих товаров. Но... мне нужно было уложиться в $60. Вот сегодня мы рассмотрим три мои выбранные вещи. И я уложилась в эту сумму. Так вот, ботинки на распродаже стоили 1300 рублей. Можете себе представить, 1300 рублей для кожаных ботинок вот такого качества. Единственное, что у меня это первый опыт... общение, так скажем, с этим магазином, я знакомлюсь, и если сотрудничество продлится дальше, теперь я знаю, что мне обувь нужно выбрать на размер больше,
и тогда все будет комфортно. Вот такие вот яркие, вот такие классные, уже пахнет осенью. В общем, я получила наслаждение, вот я их опробовала, сейчас вымыла. Подошва здесь прорезинена, еще вот даже водичка не высохла, мы только что вернулись с видеосессии, и я решила не затягивать и снять ролик и рассказать вам об этих товарах. Никто никого не принуждает, я просто делюсь информацией, делюсь и рассказываю от чистого сердца, как говорится, и с открытым забралом о том, о моих ощущениях, о моих чувствах и рекомендациях для вас, если вы будете заказывать обувь, нужно заказывать на размер больше. Но ботинками я довольна. Там сейчас не знаю, насколько мне удастся одной рукой вытащить. Ну вот я вот так вот приподниму. Вы видите, какая стелька. Все очень мягко, просто классно. Я не знаю, из чего это сделано, но когда обуваешь эти ботинки, ну их вообще не ощущаешь на ноге. Честно говоря, когда я получила посылку, я обалдела от веса. Я думаю, ну неужели не может быть, чтобы две вещи, ну правильно, там пальто, такое летнее пальто, сейчас мы к нему перейдем. Но я думала, что обувь должна весить больше. Но не в этом случае. Очень легкие, очень мягкие. Здесь вот, вот это вот все прошито. Это не бутафория, это ниточка. То есть сделано качественно, и я повторюсь, для моих ног просто шикарно. Так, о ботинках рассказала, теперь хочу вам показать второй товар. То есть стоит 1300 рублей. По-моему, для такой цены, если даже я отношу их, допустим, осень и весну и выброшу, то 1300 рублей для кожи и такого качества, я думаю, это совсем-совсем недорого. Рекомендую. Теперь, вот вы видели все эти, все эту шапку снуд. Мои хорошие, я когда получила эту шапку, она была как шапка, не как снуд, а как шапка, то есть без вот этой дырки. И я не могла понять, как же ее превратить, как этот снуд превратить в шапку. Я зашла на этот сайт New Chic, и там есть видеоролик по этой шапке. И я подумала, ну это какое-то волшебство. Девушка вертит вот так вот в руках эту шапку, снуд, и она превращается в шапку. И я не могла понять, ну как это, что это за фокус такой. Я взяла этот снуд в руки и тоже стала вот так вертеть, как эта девушка. И каково же было мое удивление, вот даже сейчас одной рукой, посмотрите, дырочка в этой макушке закрывается. То есть получается вот такая вот шестеренка. Вот так вот вращаем. И вот здесь получается в виде цветка. Вот я вам сейчас показываю. Это просто что-то из чем-то. То есть я не понимаю вот этот фокус до сих пор, честно скажу, я не понимаю. С легкостью эта шапка превращается в снуд. То есть стало жарко на улице, вы можете одеть это как снуд. Материал здесь трикотаж, но я не могу сказать, что это чистый хлопок. Нет, это не хлопок. Здесь есть какая-то синтетическая ниточка. Но я хочу сказать, настолько мягкий, настолько приятный. Это просто волшебство. И вот это вот, не знаю, как ткань под мех называется, фланель. Очень приятная, очень мягкая. Это можно одевать как вовнутрь, я вам показывала в нескольких ракурсах, в нескольких вариантах. То есть это можно сделать с отворотом наверх, это можно вообще спрятать, и это будет у вас внутри, если вот так вот потянуть. Ну, вы все в видео видели. Вот так вот тянем,
и вот этот мех весь прячется вовнутрь. И шапочка получается вот с такой красивой, очень яркой, я бы сказала, жаккардовой расцветкой. В этом году очень модные вот эти яркие расцветки, что пальто, что рубахи, и причем мужские рубахи даже. И я в восторге просто от этой вещи. Девочки, и эта вещь, не поверите, стоит меньше, чем 600 рублей. Просто сказка. Красивейшая, удобнейшая, приятная к телу. И еще модный аксессуар, который трансформер. Я вообще, вы знаете мою любовь к трансформерам. В общем, я рекомендую этот аксессуар. Не пожалеете, за 600 рублей просто песня. И теперь вы все видели, я вам говорила, что я вам про рекламирую и продемонстрирую эту вещь со своей шалью. Вот она, эта вещь. Как же красиво все подошло. То есть идеально. Я когда делала выбор этой шапки снуда, я еще не знала, что у меня будет вот эта шаль. Но вот как-то все произошло само собой, и я получился вот такой комплект. То есть шаль-трансформер и еще одна шапочка-трансформер для на голову, короче, шапка и в то же время снуд. Можно этот снуд также носить и с этой шалью. И шея в тепле, ничего не продувается, она очень теплая, эта шапочка. Несмотря на то, что она легкая, но, видимо, вот эта вот фланелевая ткань очень классно греет. То есть и голова в тепле, и шея в тепле. И очень приятная к телу. За 600 рублей просто великолепная вещь. Так, рассказала я вам о трех вещах. И сейчас мы плавно перейдем к четвертой вещи. И я сейчас переключусь на манекен и покажу вам вот эту рубаху-пальто. Я вам показывала, конечно, я продемонстрировала, но вы все видели, что рукав здесь мал. Или мне нужно постройнеть, либо мне нужно переделать эту вещь. Но вещь очень приятная, модная и, так скажем, удобная. Вы все видели, что там, значит, низ короче, чем спинка, что сейчас модно в моделях в этом сезоне. Ткань здесь чистый хлопок, это точно. Я не чувствую здесь синтетики, то есть производитель не наврал. И это принт. Не знаю, как поведет себя эта рубаха-пальто после стирки. Об этом расскажу в каком-нибудь из видео. Размер этого пальто я брала 50-й, но он идет, наверное, на 46-й, не больше. То есть чувствуете разницу, да? 50-й размер и 46-й, это получается на сколько? 48-й? На 2 размера. На 2 размера разница. Вот эту вещь я бы точно, если бы был размер больше, но когда я ее заказывала, опять же, на распродаже, там не было больше 50-го размера. Очень жалко, потому что мне эта вещь нравится, и я хотела, поскольку она мне мала, я хотела предложить ее дочери, но у дочери другой вкус, она не любит такие оляпистые вещи, и она, конечно же, отказалась. Поэтому эту вещь я буду переделывать, если не постройнее, пока она какое-то время у меня полежит. Если я не постройнею, я просто здесь сделаю вот такую наискось. То есть отрежу рукав, а вот здесь вот опущу пройму. И, во-первых, это даст мне объем немножко вот сюда за счет вот этого выреза.
И сделаю вот такой халат, рубаха-халат без рукавов. Либо еще у меня есть предположение, что, возможно, я вот здесь вот это все отпарю, да, и сделаю кружевной черный рукав. И кружево также кружевом вот обрамлю низ изделия. И тогда это будет совершенно другая вещь. Ну, не знаю, насколько эти планы у меня осуществятся. Возможно, я постранею вообще такой целью. Хочу задаться, пока трудно у меня это получается. Если я постранею до 46 размера, тогда я ничего не буду переделывать. Что хочу сказать по ощущениям. Значит, вот несмотря на то, что эта вещь хлопковая, да, сегодня у нас на улице 25 градусов, мне было в ней жарко, честно скажу, просто жарко. Может быть, потому что здесь рукав очень плотно прилегал к телу, но я упарилась. Эта вещь на прохладный летний вечер, либо летний, либо на теплую осень. Очень комфортно. Она, ну, комфортная. Швы, все здесь хорошо сделано. Все строчки, нигде ничего не торчит. Все качественно. Просто обычный вот такой воротничок. Ткань достаточно плотная. Это не просто вот такая какая-то хлопок, который тонкий. Нет. Здесь достаточно плотный хлопок. И она, ну, держит форму, так скажем. Посмотрим, как поведет это пальто-рубаха после стирки. Обязательно вам расскажу. Но с размером я не угадала. Поэтому вещи, которые плечевые изделия, если будете заказывать на этом, в этом интернет-магазине New Chic, заказывайте на 2 размера больше. И тогда все будет шикарно. То есть обувь заказываем на 1 размер больше, вещи заказываем на 2 размера больше, и будет все очень-очень хорошо. А теперь о цене. Значит, смотрите, если было 60 долларов мой лимит, то ли 1800, то ли что-то такое вот стоило это пальто. То есть ботинки 1300 плюс, ну пусть 600 рублей шапка снуд. Это 2000, там 3600, ну да, около 1800 стоит вот такое вот красивое моднейшее пальто. Вот посмотрите на швы, вот так вот они сделаны, не торчат ниточки. Единственное, что в этом пальто мне не хватает карманов. Вот если бы были карманы, было бы вообще шик. Но в принципе за 1800 для такого моднейшего, очень яркого пальто, я думаю, что это не так уж и много. А вообще в этом магазине не только обувь и одежда, там есть все. Там очень большой выбор товаров для животных. Там есть товары, постельное белье, трикотаж, очень много. Там есть даже, вот я присмотрела для себя вот эту, очень хочу, как это, подушка, которая одевается на шею, вот для сна в самолетах. Ну, я, естественно, хочу ее заказать для себя во время вязания. Очень устает шея, я вяжу на кровати, то есть опираясь спиной на спинку. И вот присмотрела эту подушку для шеи. То есть товары для здоровья в большом ассортименте там. Цены бывают разные. Но в этом магазине большие действуют всегда распродажи. Всегда. И если следить за вот этими акциями, сайт, кстати, удобный, можно на русский язык переключиться, и будет вам показывать, будете читать все по-русски. И интерфейс очень удобный. Единственный недостаток, вот эти товары шли ко мне практически месяц. 28 дней получилось, что-то такое. Но повторюсь, что
большой выбор, хорошие цены и хорошее качество товара. Ну, вообще китайцы шагнули очень далеко вперед, и я пользуюсь вот сайтом, ну так пусть это у меня кричит, пользуюсь сайтом AliExpress, и теперь вот New Chic. Побродите, посмотрите, походите по акциям и распродажам, и я думаю, что вы что-то для себя выберете. Да, еще длина рукава меня здесь тоже не устроила. При моем росте 168, рукав здесь короткий. Ну, вот такой нюанс. Короче, вот двумя вещами, с нудом и ботинками, я очень довольна. Еще раз поблагодарить магазин, который предоставил мне товары для обзора. Китайский магазин New Chic. А с вами я на этой ноте буду прощаться ненадолго. Всех люблю, обнимаю. И до новых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.